производитель премиальных электромобилей, Voya представил роскошный седан Жуэгванг. Модель уже доступна для предварительного заказа в Китае по цене от 46 310 до 62 100 долларов. Автомобиль представляет собой среднеразмерный седан с габаритами 5088 на 1970 на 1505 мм и колесной базой 3000 мм. Особый дизайн колесных дисков помогает достичь коэффициента аэродинамического сопротивления 0,225. Более обтекаемым авто также делают выдвижные дверные ручки. Мощная электроэнергетическая система мгновенно набирает обороты. Ускорение от 0 до сотни достигает 3,8 секунд, а максимальная скорость достигает 210 км в час. Спереди расположена фальшивая решетка радиатора, которая соединяется со светодиодными фарами, образуя сквозную конструкцию. По бокам у Voya Жуэгванг стремительные линии, которые визуально делают электрокар более спортивным. На багажнике Voya установлено активное антикрыло, которое обеспечивает дополнительную прижимную силу. Оно может подниматься и опускаться автоматически. Перед продолжением не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео, и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. В интерьере электрокара разместили три дисплея по 12,3 дюйма каждый, которые объединены вместе. Они поддерживают управление жестами, а также распознавание лица и голоса. Сзади находится еще один 7-дюймовый экран управления, на котором можно настроить звук, обогрев, вентиляцию, окружающее освещение и другие функции. Будущих владельцев порадует мощная аудиосистема с 14 динамиками, панорамный люк, функции обогрева, вентиляции и массажа для всех сидений, которые доступны в базовой комплектации. Интеллектуальное шасси оснащено пневматической подвеской с регулируемым ходом 65 мм, которая может доставить удовольствие от вождения на разных дорожных покрытиях. Седан оснащен автономной системой вождения, поддерживает более 30 интеллектуальных функций, может реализовывать интеллектуальное вождение в режиме от пункта А до пункта Б на скоростных автомагистралях и городских дорогах. Электроседан будет оснащаться системой полного привода с двумя электромоторами. Передний двигатель имеет мощность 218, а задний – 292 лошадиных сил. Вместе силовая установка выдает 510 лошадиных сил и максимальный крутящий момент – 730 ньютон-метров. Voya предложит модель с двумя аккумуляторными блоками на 86 кВт-часов и 109 кВт-часов. Максимальный запас хода составит 580 км и 730 км соответственно. Сверхбыстрая зарядка позволит обеспечить запас хода до 230 км всего за 10 минут. Инновационный дизайн обладает превосходными характеристиками в управлении, умным вождением и роскошью, а также стремится к совершенству в комфорте и безопасности. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, ставьте лайки, это лучшая благодарность от вас. До скорой встречи!